Видном, прямо у пожарной части, а также на противоположной стороне улицы Березовой начались работы по замене труб. Работе пожарных препятствий нет, а вот местным жителям для прохода осталась небольшая тропинка, но неудобства терпеть недолго. Разделена эта работа на два участка. Это магистральные тепловые сети 2DU500, и работы будут производиться в течение 20 и 30 дней, здесь у каждой организации соответственно. Более 137 километров тепловых сетей обслуживает Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства. Объем немаленький. Перед нами ответ на извечный вопрос, почему летом отключают горячую воду. По разным оценкам, изношенность тепловых сетей в Ленинском городском округе составляет порядка 60%. И чтобы сократить эту цифру, ведется постоянная работа. Согласитесь, лучше летом 2 недели посидеть без горячей воды, чем зимой остаться без тепла. На двух этих участках будет заменено более 300 метров трубы. Всего же на территории Ленинского городского округа планируется обновить 1 километр 220 метров различных коммуникаций. Решение о ремонте того или иного участка принимается на основании данных, полученных при исследовании труб. Такой мониторинг проводится постоянно. Как правило, замене подлежат трубы старше 20 лет. Данный участок разделен на два сектора. Один из них 89 года, производился только частичный ремонт. И вот второй более свежий, но поскольку это значимый участок, и здесь все направление города, поэтому мы меняем целиком от камеры до камеры. Работы по ремонту труб в Ленинском городском округе продолжатся до 31 августа. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.